Да причем здесь просто реально оно уже заебало, блин, расход, блин. Как будто на 5-литровом моторе ездишь. Подъема. Приезжаешь, а у тебя уже одна фара не светит. Ну да. Так, ну что, будем бороться с нашим расходом топлива. Попробуем подключить диагностику. Посмотреть, какие у нас сейчас параметры и как они будут меняться. Так, интересно, что у нас тут, маслицо двигатель скушал или нет? После замены масла, ну, где-то я 1000 проехал. Был уровень полный. А сейчас половина. Интересно, интересно. Дали до полного, вообще не было падений по маслу. Это BMW, поскольку мы наваливали пару раз, поэтому, возможно, она и подкушала. Siemens MS-41? Да. Клапана. А почему не срабатывает? Климат работает? Не, климат не работает. Связь установлена. Считывай. Так, смотрим, выбираем параметры нашего ДМРВ. Так, смотрим. Сенсор, так, давление нам не нужен. Посмотрим кислородные датчики. Что сейчас щелкает в моторе, ты смотришь? Да, клапана климата. Чтение смеси, сигнал оборотов. Так, температура воздуха на впуске, посмотрим. Это ты лампочку менял? Что тут турник? Так, стоит на месте. Так. Так, а где же наш? Лаки, на место ушел? На место. Да, Лаки, иди ко мне. Иди сюда. Главный диагност пришел. Так,
Так. Ага, вот, измеритель воздушной массы. Есть. Так, раскидываем на графики. Так, наши показания. Ого. У нас получается датчик MAP 1,04 вольта. Показывает на холостых. И 1500 килограмм в час. Лямбда. Датчики у нас стоят. Нагревательный элемент первого датчика 2%, 2%. Все стоит, не меняется. Лямбда отключена, да? Да. И у нас почему-то датчик ДМРВ очень меняет вольтаж. Мне кажется, это прям очень печально уже с ним. И потребление воздуха скачет. Ну, попробуем уменьшить потребление воздуха. Каким образом мы это будем делать? Так, мы установили сопротивление в разрез провода, который дает сигнал на мозги. Получается, сопротивление мы уменьшаем вольтаж, который идет на мозги. Закручиваем данный момент его и смотрим, какие показатели у нас сейчас. Измеритель воздушной массы? Да. 327 килограмм. У нас получается так 0,6 вольта, 0,6 и 1000 килограмм в час. Кто подскажет, какие заводские параметры? Дед говорит 0,58, ну, я какие сомневаюсь. Заводские параметры? 0,58. Я сомневаюсь. 0,28. Ну, давай посмотрим, как она отклик на педаль газа. Мне кажется, будет тупить. Ну. Один 12. И появился провал. 2,18. Она должна достигать до 4 вольт. Все нормально. И появился провал очень большой. Надо и деду петличку. Будем записывать. Не знаю, что с ним уже делать. Попробуем так проехаться, посмотрим, что будет в ходу. Если будет большой тупняк, будем убирать сопротивление. У тебя в процессе, значит, если ты едешь свободно, легко, с небольшими оборотами изменения, у тебя работает лямбда, две штуки. Ну так лямбда, тут же прошивка безлямбдовая. Корректирует. Если ты давишь на газульку сразу, лямбда не участвует, работает ДМРВ, меряет воздух, и поэтому он по воздуху корректирует смесь. Ну, а сейчас в нашем случае с безлямбдовой прошивкой. У нас только ДМРВ работает. Ну, значит, по ДМРВ только едет. А ДМРВ нормально не работает. Ну что, значит, надо ставить другое. Но когда получается, вот здесь выкинуть это сопротивление, машина жестко обогатит смесь. Да, она едет хорошо, но буквально даже прогревочный, когда утром, она дымит. И дымит это не ест масло, а идет обогащенная смесь. Но сегодня если она поддымливала. 0,58 должна быть. Ну, когда я ставлю 0,58 вольта, ну, она начинает слабо разгоняться. Правильно. Почему? Потому что ты когда давишь на педаль, у тебя ДМРВ не отзывается. Она должна уже быть 2 вольта, 3 дать. 3,5, 4, а их нету, у тебя только 2 вольта.
И мозги думают, что скорость маленькая, что там больше бензина давать. Поэтому она и тупит, и не едет. Ну, возможно. Поэтому надо... Возможно, а точно. Надо точную информацию найти. Не, это ставит другой ДМРВ и забывает, закрывает. А вот это-то, что вы сделали с сопротивлением? Ну, посмотрим. Временно, чтобы оно как-то... То заради эксперимента. Чтобы она и ехала, вроде бы как трошки меньше жрала. И все. Посмотрим, закажем новое ДМРВ, приедет, поставим, считаем информацию. Все остальные показатели. Ждем ДМРВ. Ждем ДМРВ. Друзья, с вами снова Игорь. Мы едем в гараж, так как приехал наш ДМРВ для Е39. Виталик уже не выдержал и собрался вставить его в машину, поэтому мы в срочном порядке выехали и будем делать... Что мы будем делать? Будем вставить его на BMW и посмотрим, какой будет результат. Поедет ли машина, уменьшится ли расход, или мы будем копать дальше. В чем же проблема? Ну что, начинаем? Так подожди, ты куда пошел? Я за диагностикой. Так мы уже начнем. Да, всем привет, это и все. Не, я уже сказал всем привет из машины. Да? Ну тогда всем привет. Я уже сказал, что ты засранец, ты поставил ДМРВ. Вот, дед. Ты... Ну что, поехали? Да. Стойка и микрофончик стоял. Когда... В СССР? Да. Поехали, ДМРВ. Поехали, ДМРВ. Был куплен ДМРВ и установлен уже. Сейчас я покажу вам коробочку, которая к нам приехала. Коробочку. Где ты делал ноутбук? Спереди на сидушке. Вот такое было ДМРВ заказано, фирма Hella, не знаю, посмотрим, как будет работать. Вот в такой он был пленочке. Это наш старый ДМРВ, ну еще оригинал, вроде Siemens. 95-го года? Да, посмотрим, 96-го. Сейчас снимем показания. И будем смотреть, что у нас по показаниям, потому что на данный момент машина все равно никуда не поехала.
Так, ну что, вот установлен наш ДМРВ, новенький, красивый. Все должно было поехать, расход должен был упасть, но по факту ничего не изменилось, а стало даже хуже. Смесь начала еще жестко богатить. Машина на холодную очень дымит. Дымит из-за переобогащенной смеси. Что делать дальше, не знаю. Сейчас будем подключать диагностику и смотреть. Так, ну что, Игорь, какие версии? Что нам дальше делать с этим автомобилем? Ставить BMW-шную программу и смотреть прошивку. Как нам побороть этот масложор? Масложор, это бензиножор. Масложор ты уже посмотрел? Есть там бензин? Не, нормально. Масло, то я просто это мало залил маслом. Давай подключу. Выбери. Наверное, подъезжай поближе. А не достанет? Нормально. Так, все, подключились, запускаем. Смотрим показания ДМРВ на горячую. Выбираем показания MAF. И измеритель воздушной массы. По-моему, это оно. Ну, тебе минимальное, максимальное показывают? Ну да, это холостые обороты. 1,23 вольта. 2000. Ну, опускай 200 килограмм в час воздуха. Кто подскажет, сколько какие заводские параметры, что у нас не так? Ты все-таки это... не думаешь о том, что это может быть прошивка мотора? Может, да, быть, тот ДМРВ тоже нормально работает? Да, ну даже если взять, что это прошивка мотора, у нас сейчас новый расходомер. И? Почему она не стала меньше потреблять топливо, почему не перестала дымить на холодную. Да, лямбды, получается, не корректируют смесь. Но он в заводских сейчас параметрах работает, он не должен уже богатить смесь. Кстати, еще очень видно, не знаю, давай посмотрим, как она дымит, или не будет видно. Нет, сейчас темно, уже не видно. Но сзади слышно, как сильно воняет бензином. Даже ну, вот не выхлопом, ну не сгоревшим, просто от бензина. Но набирает обороты, в принципе, неплохо. Угу. Наш расход показывает 24,7. Почему? Просто не машина, а загадка. Что с ней происходило, я не знаю. Что заливали, надо ехать, наверное, к чувакам, которые посмотрят прошивку. И наконец-то мы уже решим, какая здесь прошивка залита. Действительно ли здесь евро 0, как я думаю. Потому что больше версий нету. Блин, даже не знаю. На данный момент вот так. We'll be right back.
сегодняшний момент вот такие показания. Не знаю, поедем еще на диагностику. Посмотрим, что диагноз нам скажет, залита ли прошивка. И от этого уже будем отталкиваться. На нынешний момент вот такие у нас показания. И вот такая вот конфигурация. Подписывайтесь на канал. Смотрите наши видосы. Всем пока. Я думал уже все. Расход упадет. Можно нормально ездить. Не. Можно ездить от заправки до заправки.